Хочу познакомить вас с двумя дружными сестричками, которые живут в Швейцарии. На их канале много всего интересного. Развлечения, челленджи, DIY на разные темы, пародии и короткометражки. Обязательно подпишитесь на их канал. Ссылка будет в описании. Всем привет! Вы попали ко мне на канал Полина Тин. Согласитесь, что иметь младшую сестру или братика очень классно. Я бы хотела бы себе иметь сестренку, но так сложилось, что у меня есть маленький братик Александр. Его вы могли видеть в некоторых моих видео. Иногда мне очень хочется, чтобы у меня была младшая сестренка. И я даже представляю себе, как бы я прожила вместе с ней, если бы она у меня была. И сегодня я решила снять для вас видео на эту тему. Ожидания сестренка и реальности братик. Приятного вам просмотра. Младшая сестренка могла бы делать мне прическу. Александра, расчеши меня, пожалуйста. Конечно, конечно, сестренка. Сестренка, сестренка, у тебя готова прическа. Ой, а дашь посмотреть? Давай. Ну-ка. Ой, как красиво. Спасибо. Пожалуйста. Дай поцелуй. Саша, заколи мне, пожалуйста, волосы. Конечно, сестренка. Ой, что, готова уже, что ли? Ну-ка. Ого. Да. С младшей сестренкой у меня были бы одинаковые интересы в играх. С младшей сестренкой мы бы читали одинаковые книжки. Девочки всегда очень аккуратные, и в нашем гардеробе был бы абсолютный порядок. Ой, а может вот это мне один сейчас? Так, вот. Пожалуй, одену вот эту рубашечку. Где мои шорты? С младшей сестренкой мы могли бы готовить что-нибудь вкусненькое. С младшей сестренкой в нашей комнате, как и в гардеробе, был бы тоже порядок. Младшая сестренка всегда бы хранила мои тайны. Сейчас я расскажу маленький секретик. Только никому не говори. А ты мне скажешь секретик? Ух ты, я тоже никому не скажу. Саш, хочешь, я тебе расскажу секретик? С младшей сестренкой мы могли бы выучить на праздник какой-нибудь танец.
этом все. Кому понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. А также напишите в комментариях, есть ли у вас братик или сестричка, а если есть, то какие у вас с ними отношения. А у меня очень хороший братик, я его очень люблю. Всем пока-пока! Пока-пока? Да, пока-пока!